Сегодня, 9 сентября, отмечается День предпринимателя. В честь праздника областная палата предпринимателей организовала День открытых дверей для всесторонней поддержки бизнеса и консультирования предпринимателей. У представителей бизнес-сообщества была возможность получить консультацию от 14 государственных органов и 5 финансовых учреждений. В частности, специалисты дали консультации по вопросам финансового, земельного и сельскохозяйственного субсидирования. Главный вопрос бизнесменов – как получить кредит с низкой процентной ставкой. Для жителей, которые не смогли побывать на дне открытых дверей, в октябре и ноябре снова будут организованы бесплатные консультации.